нашей стране не было такого понятия, как политзаключение вообще в принципе. Помощь. В небе только мертвые птицы. Уже не кричат, тишина. Сердце. Эти чертовы 300 грамм мышцы. Пока еще бьются, но не дожить до утра. Забыться бы, не видеть разложения и деградации масс. В голове наши тысячи живых мыслей. А от вас не дождешься заслуживого сочувствия при масс. Помните, как в 17-м аристократы на земле повисли, когда одичавший народ из офицерских спин земли вырезал, когда кровью из святых ублюдков летал из земля? Вас ничего не подталкивает к мысли, что все повторяется в жизни страны, что доведена до нуля? Вы нас испытываете на прочность? Ах, забыла ваши дела! Вам плевать на утонувших и задохнувшихся, убитых на войне по вашей вине, горевших на стенке дохла. Вам не сердце? Кошмары в шикарной спальне, дома на набережной Лунной Поляны Бочарова ручья. Вы не боитесь в перспективах дальних показаться в подвале дома Ипатьева, как в ночь на 17 июля, царская семья. У них хотя бы монархия, только избранность, одним словом муть. А у вас подтасовки бюллетеней, рокировки, репрессии, какой-то странный для демократии путь. На вашем месте я прочла бы учебник истории. Платона умер Наталья Локов, всего несколько книг. И помните, что если вы застряли на уровне Евпатории, то они стоят через них все, то чего-то достиг. Спасибо большое.